Заместитель секретаря Щелковского отделения партии «Единая Россия» Антон Малинин организовал экскурсию для семей участников СВО в Щелковском историко-художественном музее. Для нас важно поддерживать их досуг, обеспечивать им интересное времяпрепровождение. И в музее мы встречаемся с ними не первый раз, но стоит отметить, что экскурсии всегда разные, им всегда интересно. Участники экскурсии, которая называется «От ткацкого челнока до космического корабля», посетили выставку «Геральдики», где им рассказали о происхождении герба города Щелково. Показали экспонаты, рассказывающие об истории города и его жителях. Посетители музея ознакомились с бытом и культурой людей прошлых веков, узнали о роли Щелково в различных исторических событиях. Анна Наприенко, специальные корреспонденты «Единой России» Варвара Кузнецова, Валерия Малахова, Щелковское телевидение.